Также система высшего образования понесла утрату, потому что по каким-то причинам решило правительство пройтись по научной интеллигенции. И, например, если преподаватель находится на пенсии, то он не может в данном случае работать. Если он работает, то его переводят большую часть преподавателей на пенсию, которая значительно ниже, чем та, что он получал. И поэтому, например, если говорить про Одесский национальный университет, уже 40 профессоров, докторов наук подали заявление об уходе с работы только за март 2015 года.